Творческие коллективы ДК «Цементник» завоевали очередные награды престижных конкурсов. Ансамбль народного танца «Злата», руководитель Ирина Бессонова, вернулся с победами с 9-го международного конкурса «Хрустальный башмачок». Средняя группа ансамбля стала лауреатом второй степени, а солистка ансамбля Екатерина Ищенко с номером «У реки» лауреатом первой степени. Ансамбль классического танца «Вдохновение», руководитель Оксана Кузнецова, привез награды российского конкурса «Гранд-финал». Коллектив стал лауреатом первой степени. Также Ульяна Подьячева – лауреат первой степени, Мария Киевская – лауреат второй степени и Влада Аладышкина – лауреат третьей степени. Поздравляем воскресенские коллективы с победами и желаем новых творческих высот!